Запуск ракеты – это всегда большой стресс для всех компонентов космического корабля. Детали подвергаются экстремальным вибрационным и ударным нагрузкам, линейным ускорениям и перегрузкам, достигающим 15G. Нивелировать разрушительное воздействие этих процессов на сложную и высокочувствительную бортовую аппаратуру призваны виброизоляторы. Для самарских кораблей такие изготавливают в отраслевой научно-исследовательской лаборатории Самарского университета. Сейчас, в общем-то, мы участвуем также в разработке и поставке изготовления продукции виброизолирующих устройств из материала МР для новой ракеты, создаваемой «Союз-5». Материал МР – это металлический аналог резины. Разработали его тоже в лабораториях Самарского университета. Он создан как раз для использования в космосе. Материал способен противостоять агрессивным средам, высоким и низким температурам, глубокому вакууму, плесени, влажности и радиации. А самое главное, имеет высокие амортизирующие свойства. Ученые провели успешные испытания виброизоляторов. У виброизолятора есть определенная частота, так называемая резонансная, при переходе через которую проявляется такой эффект, как виброизоляция, физический эффект. Основание стола будет у нас продолжать колебаться, а защищаемый объект, в нашем случае вот этот цилиндр, он будет практически стоять на месте. Такие свойства материал МР получает благодаря особой технологии плетения и прессования спиральных металлических нитей разного диаметра. Амортизаторы на основе материала существенно превосходят по надежности известные в России и за рубежом аналоги. Андрей Горгуленко, «События».